начинали нашу жизнь в Америке. New Life is My Life. Сделать микроскопическую распаковку. За огромную сумму денег. 25 баксов. В общем, это распаковка из магазина Джонс. Как говорят старослужащие, поиметь земляка в хвост и в гриву, это как побывать на родной земле, типа в отпуске или в увольнительной. Вот сегодня Джонс сходил в увольнительную на белорусскую землю. А я уже могу поделиться. Вот да, наболела. Да. А в Джонсе все время овощи не съест. Ну правда. Бабка на скамейке. Такое, что магазины выбрасывают обычно на задний двор, они выставляют по сейву. И всегда, как их кто-то перебрал и решил не брать, и оставил Джонсе. Им очень нужны деньги, поэтому они продают дороже. Мы этой колбасой должны пойти накормить их сейчас или что? Она немножко обветрилась. Все точно как вот, вот в русский магазин времен до перестройки заходите. Вау, вау. Все, он выглядит как настоящий. Настоящий, только маленький. Сюда. А может, ты попробуешь? Сашенька, давай я тебе, сынок, открою. Покажите мне это лицо. Вот купил там, о, гречка, блин, порубал ложкой. Не забыл на год. Ну, все, увидимся, бай-бай. Пока-пока.